На Аллее Славы состоялся флешмоб, посвященный Дню Матери. Представительницы местного отделения Союза женщин России собрались около памятника нашим матерям, чтобы выразить свою признательность и благодарность главному человеку в жизни каждого – маме. Основная идея праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине и обратить внимание на сохранение семейных ценностей. Во время флешмоба женщины выстроились вокруг монумента. На их лицах сияли улыбки, а в руках они держали цветы. На мероприятии также присутствовала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. День матери – это, пожалуй, самый трогательный и, наверное, самый важный день для каждого человека. С первым вздохом, с первой секунды жизни и до последней секунды каждый из нас, собственно, и силы, и опору видит в защите мамы. И вот мы собрались и нашим присутствием, нашими красивыми цветами, нашими улыбающимися лицами мы хотим сказать слава матерям, слава вам, дорогие женщины. Собравшиеся прочитали стихи, посвященные материнству. Мама спит, она устала. Ну и я мешать не стала. Я волчка не завожу, я уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой. А по маминой подушке луч промчался золотой. По окончании флешмоба женщины возложили цветы к памятнику и сфотографировались на память.